Ну вот здесь как визуализация этой темы, то есть планировщик, который сидит за компьютером, будем так говорить, сбалансировал доступность персонала, расписание, соответственно, это выдача уже конкретным людям из недельного плана работ на смену. То есть это персональные задачи на фамилии. Я не говорю, что это нужно делать там сегодня-завтра, но это как бы полезно с точки зрения учета времени реального работы на задании. Ну вот здесь опять-таки это более-менее реальные какие-то картинки, я просто не помню из каких проектов. Соответственно, ну вот эти цифры и нормативы уже распределяются по каким-то людям. И задача планировщика, чтобы человек физически мог выполнить эту работу в свою рабочую смену. Не было переработок лишних, соответственно, не было простоев. Это задача расписания, то есть когда есть еще график по дням и по фамилиям.